Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск 1.4.38. А спонсор этого выпуска... А нет его, потому что ролик будет короткий. Погнали! 23 декабря будет доступен облик на Клауда, рождественский карнавал. Стоимость ему 749 алмазов, скидка первую неделю. Изменение героев. Сесилион, пассивка, теперь мана увеличивается с КД в 1 секунду. Разработчикам кажется, что Сесилион слишком много маны набивал. Кроме того, увеличена скорость восстановления маны, когда у Сесилиона ее остается мало. Цифр нет, придется верить им на слово. И вот что еще заметил. Первый навык дает 20 максимальной маны, второй 10, а ульта только 50, даже если все снаряды попадут. Ну такое себе решение. Первый навык. Изменили визуал и увеличили урон на пути в 10%. Урон на кончике навыка не изменили. Опять же, убрали двойной урон вблизи. Добавили ускорение к бегу на 1 секунду после каста. Вот последнее изменение в плюс. Сесилиону надо держать дистанцию. Второй навык. Убрали ускорение самого Сесилиона. Зря, на мой взгляд. Ульта. Теперь скорость бега от применения возрастает аж на 60% и уменьшается со временем. Лунный вальс. Это навык, где кормила превращается в щит. Теперь размер щита зависит только от уровня кормилы. Разработчики подталкивают использовать Сесилиона с ближником, притом, похоже, именно с кормилой. Правда, вампиресса хороша в принципе в любой связке. Кормила, ульта. Урон, передаваемый персонажем в связке, увеличен до 70%. Раньше было 50%. Да это же офигеть, ты нанес 1000 основной цели, и 1400 капнуло по другим. И дважды по 700 шарахнуло по другим. Это весомое усиление. Навык «Лунный вальс». Я уже говорил про размер щита, кроме того, ему добавили анимацию. Сан, оптимизировали анимацию навыков. Вот чего Сану по-настоящему не хватало. Ну и по мелочи. Исправят отображение на карте точки ускорения и цветка исцеления, который бегает по воде. Исправят проблемы отображения при драфт-пике, это выбор героев, начиная с эпика. Ну и поправят демонстрацию навыков в описании этих самых навыков. Ну вот, собственно, и все. Подписывайся на канал, делись им с друзьями, а я жму твою лапку. Удачи, друг! Тупый яд, подак ушел, мертвый отряд.